Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как у вас сегодня настроение? Более-менее, да. Хорошо сегодня, да? Погода хорошая. Вижу, у вас пилот какой-то новенький, да? Да, старенький. Старенький, новенький. Понятненько. Ну вот, мы сегодня с тобой встретились, знаешь, для чего? Многие люди спрашивают, а почему у Саши такое интересное погоняло, ключ? Ага. Так вот почему у тебя такое погоняло? Ну вот ключ. Вот он этот ключ. Опа. У нас Саша очень хороший радист. Он передавал в свое время сколько знаков ты? Не помню. Не помню, честно. А вообще нормы какие там? Ну там, знаешь, есть, ребята, допустим, 60, если я передавал знаков, то были парни, но они давно уже занимались, по 200 с чем-то. Ага. Вот. И еще что я хотел сказать-то. Да, в принципе, я забыл, что хотел сказать. Ладно, это не важно. Ну, покажи, как сос отбивается на этом. Блин, вот так неудобно. Ну. Вот. Это сос, да? Да, три точки, три тире, три точки. Это, короче, когда ты передаешь этот сигнал, тебе что должны потом ответить? Ну, ты заканчиваешь радиограмму. Ага. И все, никто ничего не отвечает. То есть это ты просто запускаешь в эфир, пофигу. Не даже в эфир, конкретно кому-то. А, конкретно кому-то? А если да, не конкретно кому-то? Вот, например, всем хочу сразу. Ну, это громкоговоритель ставит. Какой-то офигенный громкоговоритель. В смысле громкоговоритель? Чтоб слышно было всем. На весь город орел. В матюгальнике как застучало, всех по головам. Саша вызывает сос. Быстренько все подтянулись. Саша оказали помощь. Вас вызывает таймыр. Таймыр. Ну а что вот у тебя там было в Омске в тайге с этим ключом? Ну-ка дай-ка ключик я посмотрю. Да вот ездил с этим ключом туда. Офигительный ключ. Вот. А что там у вас вообще, игры какие-то были или что? Ну да, там ориентирование на местности. Ага. Эстафета. Эстафету я сразу проебал, но я бегаю плохо. Ага. Вот, что еще-то было. А ключ-то там зачем этот нужен? Ну видишь, он привинчивается к столу вот этими вот. Ага. Закрепляется. То есть вместе со столом, короче, двигаешься, да, допустим, по тайге? Не-не-не. Или что? Когда по тайге бегаешь, ключ не нужен. А-а-а. Я думал, с ключом несешься по тайге. Сос. Когда по тайге бежал, там такая тропинка, я по ней бегу. Такая хрень выскакивает на этот, вот такого роста. Кабанчик? Не кабанчик, я думал, внутрь муж какая. Ну, испугался. И она, наверное, меня испугалась. Ну, такая хренак перепрыгнула эту дорожку и дальше побежала. И я дальше побежал. Испугалась. Ну, какое место занял-то хоть? Ну, у нас это командное было. Это там, короче, ну, было 50 команд. Мы где-то были 27-е, по-моему. Ага, это хороший результат. Ну, более-менее, да, по всей стране. А, ну, по всей стране, блин, даже не его, очень плохой, ну, так скажем, результат, блин. Ну и что потом? А, вот ключ, кстати, сейчас расскажу один прикол. Короче, видишь, вот эта вот хрень, ага, она поднимается. Ну, я понял, поднимается, там, затягиваешь ее как-то. Да, сейчас. Вот, открылась. Расстояние больше стало здесь. Ну. Видно тебе, да? Ну, да, конечно. Вот сюда 5 копеек старые клали. Ага. Они ж толстые. Ну. Кладешь вот этот зазор 5 копеек. Ага. Вынимаешь его и с таким зазором даже еще больше. Больше. Солдат молодых учат, чтобы тяжелее было, чтобы потом легче было. А если палец туда положить, как начать по парахте удалбашить? Видишь, он уже не так быстро, как бы, получается. Ага. Не, ну, в принципе, быстро. Ну. А ты можешь отстучать Рэмбо, братан? Не, я забыл. Забыл, да? Мне надо неделю хотя бы потренироваться. А просто братан можешь? Братан, сос. Забыл я. Забыл, да? Сос могу и все. Ну-ка еще раз. Сос. И вот так вот, сначала с 5 копеек.
Потом все ниже и ниже его опускают, пока чтобы скорость потом такая охрененная. Ну, прикинь, 210 знаков в минуту передать. Ну, да, с ума сойдешь. Вот. И принимают же столько. А там звук, знаешь, какой... Вообще ни хрена. Я, например, ничего не слышал. Ну, а вам кто оплачивал-то вот эту поездку-то? Ну, государство. Это еще в ДОСААФе было. А, так ты об ДОСААФе, да. Там на этих игрищах, да, морочился. Ну. Приезжали просто как бы из разных городов. Угу. А где вы жили там? Прям в тайге, в палатках? Не, гостиница. Гостиница, да, все, кормежка. Там тоже там... белые ночи. Мы в час ночи в футбол играли. Ни хрена себе. Вообще охрененно. Блин, лихо. Вот. Что я хотел сказать еще. Ну, короче, понравилось тебе там. Понравилось, да? Охрененно. Угу. О, а да, что? Вот еще, ну, что, к нам приезжают, мы там ездили куда-то в Тулу, угу, еще куда-то, вот в Томск, самая дальняя поездка. И опять я сбился с мысли. Да ладно, что ты хочешь пожелать вот молодежи, чтобы они учились, бля, радистам? Молодежи, блин, что я хочу пожелать? Не, ну вот как думаешь, вот специальность радист, это хорошая специальность? Хорошая, а почему нет? Сидишь ключиком, долбашишь. Он, да, брат рассказывал, он служил во Львове. Ага. Еще тогда советский был. Ну, при совке. Ну, я понял. Там у них, говорит, было 10 радистов, они ходили в спортивных костюмах, ага, и все было похую. На них никто не обращал внимания. Ага. Вот, они ходили и ходили. Там у них был подвал, они там сидели и радировали. Обожрутся там, блядь, обдолбятся там, блядь, западенской, ну, да, дури. Да. Сигналы СОС выпускают. Понятненько. Ну ладно, Саш, спасибо тебе за информацию по ключу. Теперь все знают, почему ты, Саша, ключ. Вот это ключ, да. Да, до следующих встреч. Все.